Ваша задача, во-первых, занять правильное положение корабля. Потом выяснится, что вы находитесь ниже МКС. Вам нужно будет подняться до оси стыковки и состыковаться. Задача действительно не из простых. Состыковать космический корабль с МКС не каждый взрослый сможет. А тут за дело взялись школьники. Правда, пилотируют пока лишь специальным тренажером. Эти ребята – участники космической смены в «Сириусе». Летние каникулы для них вовсе не повод просто бесцельно проводить время. Да и когда отдыхать, если впереди еще столько дел, чтобы изменить мир? Чтобы стать человеком, который может изменить мир, отдыхать вообще нельзя. Для человека любимое хобби должно быть его отдыхом. Например, для меня заниматься программированием – это для меня отдых. Поэтому вот так, если у тебя отдых – это любимое дело, которое поможет тебе изменить мир, тогда да. Будущий программист Ярослав живет в Кореновске. Вместе с ним в «Сириус» приехали еще 13 кубанских ребят. Это победители различных научных и творческих олимпиад и соревнований. Путевку в единственный в стране образовательный центр такого масштаба школьники получили благодаря поддержке губернатора края и сотрудничеству региона с руководством «Сириуса». Янка Царенко из Геленджика в космическую смену не попал. Слишком мал по возрасту. В «Сириусе» второклассник изучает робототехнику. Но и эти навыки тоже пригодятся, уверен Ян. Свои 9 лет он уже решил, свою жизнь свяжет с профессией астрофизика. Я буду изучать планеты и спутники в других системах, которые пригодны для жизни. Посмотреть на успехи кубанских школьников в «Сириус» приехал глава региона. Ребята наперебой начали рассказывать и показывать Вениамину Кондратьеву, каких роботов они собирают. Ведь на этом уроке нет никаких инструкций и правил. Каждый конструирует то, что захочет. Это один из основных принципов занятий. Дело в том, что вообще, в принципе, вот как я понимаю робототехнику, это потенциальные конструктора, которых сегодня в России практически не осталось. А конструктор, в отличие от станочника, он не работает по чертежам. Он работает из головы, то есть ему ставится задача, и он ее должен реализовать. Вот я сейчас и смотрю, как ребята могут начинать фантазировать. Как они могут мыслить, да, насколько у них заложено мышление, насколько оно сможет им в жизни принести дивиденд и им, и государству. Абсолютно согласен. То есть вопрос не повторять тупо то, что сделано, а пытаться создавать что-то свое. И из них создавать будущих, конечно, на самом деле, конструкторов, которые смогут продвинуть страну еще дальше. Безусловно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. В «Сириусе» у ребят довольно насыщенная программа. В первой половине дня они занимаются своим исследовательским проектом. А после обеда экскурсии по парку науки. Здесь собраны последние технологии и разработки в самых различных областях. Это и медицина, биохимия, сельское хозяйство, цифровое производство. Тут даже есть импровизированная обсерватория, где воспитанники образовательного центра могут изучать звезды. Кстати, космические профессии, как оказалось, в числе самых популярных у наших мальчишек и девчонок. На встрече с губернатором кубанские школьники поделились со своими планами на будущее. Я понимаю то, что в спутниках не меньше электроники, чем в остальных любых приборах. И получается, я вот смотрю то, что мы сейчас проходим различные тренировки на вот этих спутников, я понимаю то, что они несовершенны. И я могу их тоже доработать, потом как-то делать так, чтобы удобное было и для самих космонавтов, и управлять так и жилье там. Это принципиально важно, чтобы те таланты, которые в каждом из вас сегодня есть, раскрылись и послужили на благо и вам, конечно, и нашему краю. Ну а кому повезет, конечно, на благо нашей великой страны. Это очень важно. Главное в себе чувствовать этот потенциал, не отказаться, не предать свою мечту. Запомните, не предать свою мечту, а идти к ней, идти, невзирая ни на что. Важно, чтобы вот те таланты, которые у вас есть, раскрылись сейчас. И «Сириус» поможет это сделать и вам, и нам. Только с начала этого года участниками разных смен в «Сириусе» стали 40 школьников со всего края. Всего же в федеральную базу одаренных детей вошли 500 кубанских ребят. Все они уже смогли проявить себя. Площадки образовательного центра – это еще один способ заявить о себе, считает Вениамин Кондратьев. Главное – не сдаваться и уверенно идти к своей цели. Ваши учителя, еще раз подчеркиваю, ваши родители, они помогают вам раскрыться, потому что они каждый день рядом с вами. Они первые, кто в вас поверил. Вот поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы им сказали спасибо в первую очередь и не подвели и своих родителей, и своих учителей, потому что они сильно, очень сильно в вас верят, что вы на самом деле самые талантливые, самые одаренные, самые мыслящие, самые успешные дети в мире. Поэтому вот просто так держать, еще раз подчеркиваю, верьте в себя,
верьте в то, что у вас в жизни все получится. Загляните даже в самый дальний горизонт. Не бойтесь этого. Дерзайте, смелее. Я уверен, все у вас в жизни получится. Итогом программы в Сириусе для ребят станет научный фестиваль. На нем школьники представят и защитят свои проекты. И как знать, может быть, разработки именно наших кубанских мальчишек и девчонок в будущем перевернут мир. Мария Крошина, Денис Москаленко и Сергей Щербин, Кубань-24, Сочи.